Здравствуйте, мои любимые зрители! Сегодня у меня речь пойдет о кистях, присланных, то есть купленных мною на сайте Тинидел. Я, по-моему, вам говорила, что я их заказала, и вот они у меня пришли недельки две назад. Чуть-чуть расскажу, почему я их заказала. Значит, после того, как я вот делала заказы, у меня накопилась такая вот, у них есть система, как бонусы. У меня накопились бонусы, и я уж что думаю, так, надо заказать. Кисти в количестве 24 штук стоили в пределах $20, и мне с учетом этих бонусов они обошлись где-то 11. То есть совсем буквально вообще копейки, и поэтому я думала, заказала. И они пришли мне буквально вообще на этот раз довольно-таки быстро, чего я даже и не ожидала, удивилась, ну ладно. Начнем. Это кисти а-ля MAC, я уже говорила. Многие девочки мне сказали, что это так, туфта полная. Ну ладно, туфта, но главное, пришли, не потерялись. Покажу сейчас упаковку, кто не знаком. Вот такая вот упаковка. Тут вот такая веревочка. То есть они... А это, конечно, выглядит аккуратнее, просто я их разобрала. Некоторые кисти вытащила, которыми можно пользоваться. Такая вот гармошка. Вот такая вот гармошка. Сверху они закрываются. Тут не все кисти, потому что половину я вытащила и попробовала ими пользоваться. Так, начну с этой гармошки, то есть они начинаются вот тут вот самых больших, и вот так вот по порядку идут, и заканчиваются для бровей. Начну с тех, с которыми я попробовала пользоваться, я их вытащила и приготовила. Начну с самых маленьких. У них также, вот как они выглядят, так же, как и у MAC, написаны номера. То есть можно сначала ими попробовать, выбрать то, что понравилось, а потом уже на сайте заказать нормальные кисти. Или можете пользоваться этими, ну, кому как, у кого какие доходы, у кого какие возможности. Вот, начну вот с этой кисти. Это кисть для подводки. Так вот она выглядит. Тоненькая. Номер 210. То есть можно подводиться. Я попробовала подводиться. Подводится неплохо, никаких проблем не было. Так, следующая кисть тоже маленькая. Но это для теней. Номер 194. Можно точечно наносить тени. То есть небольшими такими порциями. И вот такая же есть. Это номер 195 и 194. Так вот она выглядит. Вот они две на сравнении. Примерно практически совершенно одинаковые. То есть, наверное, я думаю, можно иметь одну. Так, потом идут две вот такие вот скошенные кисточки. Две скошенные кисточки, номер 263 и номер 208. Так, я пока им не нашла применение, но, наверное, я думаю, это для бровей. Одна, видно, побольше совсем, а другая поменьше. Потом для теней, для нанесения теней, вот такая вот кисточка 252. Она вот так вот выглядит. И для растушевки теней номер 222 вот такая вот кисточка. Так вот она выглядит. Это для коррекции лица. Вот эта вот кисть. Я ее тоже попробовала. Номер 168. Как я уже сказала, вот эти вот я попробовала в применении. Что могу сказать? Я их не мыла. Ну,
Как видно, наверное, качество, тут что-то торчит, то есть нужно привести в порядок. Я не знаю, мне кажется, они будут и вылезать, пока не вылезут там ненужные, а потом останется. Ну, то есть, видите, вот неровно. Неровности, конечно, есть. То это тоже кисточки такая вся она. Немножко косая, кривая. Нужно их приводить в порядок, если будете пользоваться. Вот. Вот эта кисточка более-менее в приличном состоянии. И вот эти вот три, наверное. Ну, остальные вот такие вот немножко в разброс. Пойдем дальше. Такая вот для бровей, ну, наверное, всем известная. Это вот для ресниц. Это для бровей, для расчесывания обычная. Номер 201, если кому интересно. Так, дальше. Щеточка, ну, как положено. Такая вот обычная щеточка для бровей, для расчесывания. Я не использую ее, потому что у меня... Я пользуюсь карандашом, и у карандаша уже есть на конце щеточка. Но, может быть, в будущем когда-нибудь. Номер 204. Так вот выглядит. Так, следующее. Это, как всегда, это у нас аппликатор, только на длинной ручке. Тоже у нее есть номер 202. Так, потом идет вот такая вот кисть для растушевки, но более плоская. Так вот она выглядит. Это номер 217. Еще раз покажу. Также ею можно наносить тени. Такой вот ворс. Следующая кисть. Непонятно какая. Как видно, она немножко скошена, или, скорее всего, она неправильно сделана. То есть для чего она, я не поняла. С такими скошенными, как видно, торчат волосы. Так это выглядит. Номер 242. Так, потом еще одна подобная кисточка. Вот такая. Номер 239. У всех кисточек свои номера. То есть я так предполагаю, что они а-ля MAC и соответствуют тем номерам, которые должны быть у MAC. У настоящего MAC. Я не знаю. Девочки, мне, пожалуйста, напишите об этом. Так, потом вот такая вот кисточка была. Все большие кисточки, сверху у них вот такой вот защитный колпачок. И вот так вот выглядит. Ну, как всегда, я нафантазировала с этой кистью. Я ее сожгла. Я решила проверить натуральность волоса. И почему-то, выдрав один волос, я преподнесла газовые горелки, и почему-то она у меня преподнеслась. Ну вот понятно, что видно, что она у меня сгорела, я ее немножко отрезала. Но это, наверное, я так понимаю, для того, чтобы смахнуть остатки макияжа. Так, дальше пойдет вот такая кисть. Это более большая. Тоже пойдет, мне кажется, для растушевки. Она довольно-таки плотная. Номер 214. И вот такая вот немножко скошенная кисть. Такая достаточно плотная. Вот если эту брать, то она такая мягковатая. Довольно-таки гнется. Это довольно-таки плотная. Вот это номер 213. Вот еще раз показываю. Она такая скошенная. Потом была вот такая вот кисть. Ну, это достаточно мягкая. Я даже не знаю, для чего она, если честно. Для чего-то ее можно использовать. Потом, наверное, следующий все-таки это, наверное, для корректировки лица. Она мягкая. Но скошенная, довольно-таки большая. Я так думаю, для корректировки лица. Это номер 275. Вот.
видно, что волосы лезут даже при небольшом таком. Вот, что могу сказать. То, что я купила набор целый, да, это неплохо. То есть что-то можно выкинуть, что-то можно отдать, там, применять для творчества. Ну, то есть, если даже вот эта кисть не понравилась, лезть ее можно. Так, следующая кисть, вот так вот она выглядит. Вот эти кисти, вот этого цвета, да, вот их тоже несколько, они довольно-таки лучше, чем из черного ворса, они меньше лезут и довольно-таки мягкие, ну, то есть получше по качеству, мне так показались они. Это номер 190, это, я так понимаю, для тональной основы. Вот эта вот кисть мне понравилась, но я еще ее не использовала, так как я сейчас тональником не пользуюсь. Так, следующая кисть, это, наверное, для румян. Тоже вот черный ворс. Насчет того, чтобы лезть и не лезть, нет. Вот так вот выглядит. Видите, волосы у меня уже, волоски. Я их не мыла, может быть, они сначала полезут, а потом не будут лезть, не знаю. Номер 129. Такая вот кисть. Потом подобная ей кисть, только побольше. Так она выглядит. Побольше, ну, такая пушистая. Ровно постриженная, номер 129SH. Вот видите, у них нумерация какая даже бывает. Не только цифры, но и буквы. Вот такая вот кисть. Вот это вот нормально. Хорошая кисть, можно использовать. И последняя кисть, это вот такая, тоже ворс немножко лезет, это 150-я, скорее всего, наверное, для румян. Если что, меня, пожалуйста, поправьте. Ну вот, и что могу в общем сказать. За $11 купить набор, из которого можно половину убрать, половину, может быть, использовать. Я, как уже сказала, да, у кого какие средства, да, кто-то может себе позволить мак, кто-то может себе позволить подделку под мак, кому что нравится, у каждого свои запросы. Но, по крайней мере, если у них на самом деле соответствует вот эта вот нумерация с настоящим маком, то есть вы можете сначала испробовать вот этот а-ля мак, а потом уже заказывать себе настоящие кисти. Я, конечно, не рекламирую этот сайт, и этот сайт мне принес немало терпения, которое нужно для этого сайта, нужно ждать долго. Единственное, вот я, как уже говорила, у них доставка бесплатная, и цены очень-очень низкие, и вы, к тому же, можете заработать себе баллы, которые потом уменьшают ваш заказ, цену на ваш заказ. Так, ну вот, как сказала, одна посылка у меня до сих пор не нашлась, то есть смотрите сами. Вот такие вот кисти, вот такой наборчик я вам показала. Всем спасибо за внимание, пока!